С вами Майкл Лившиц, и я нахожусь в Юта. Сейчас я только что пришел в гостиницу. Я сегодня днем прилетел, познакомился с хозяином компании Ричард Смис, CEO компании Дерн, и Джереми, это мастер-дистрибьютор. Только что они меня повели в ресторан, они там были все со своими женами, у нас было 7 человек. Познакомились, поговорили, кое-что мне рассказали новое. Завтра в пятницу утром в 9 утра мы все встречаемся в офисе компании DVE, и я начну записывать, чтобы вам показать, что это такое, и так далее, и тому подобное. Я просто решил записать короткую запись сегодня. Завтра будет запись основная, и потом я ее выставлю, просто рассказать вам. Я, наверное, сегодня спать не смогу. Я встал рано утром, 4 часа утра, и сейчас по времени Нью-Йорка 10 часов вечера. Я еще не замкнул, не остановился на ни на секунду, просто с ту информацию, которую я получил сегодня, я обалдел. Во-первых, я завтра вам буду показывать наш офис, в котором находится компания на сегодняшний момент. Но в течение 3-4 недель компания переезжает в новый офис. И офис мне этот сегодня показали, новый. Меня пока просили его не записывать и не показывать вам, потому что это будет сюрприз для всей компании. Но я вам хочу сказать, на меня это произвело такое большое впечатление. Сосед нашего офиса, одна из самых крупных компаний в мире, сетевая компания под названием Nature Sunshine, которая существует уже более 40 лет. Это будет наш сосед. Помещение... Я много чего в Америке видел, и меня удивить мало кто сможет. Я был во многих странах мира, но такого офиса шикарного я не видел. Единственное, что там осталось, завести мебель. Господа, компания DVE – это реальная компания. Мы в конце этого месяца начинается работать. Господа, да, вы не ослышались, в конце этого месяца начинается работать. Работать еще будет не вся запущена, но уже будет достаточно, чтобы люди начали, мы все начали зарабатывать деньги. И зарабатывать деньги на этот раз будут все, не имея значения, в какой стране живем. Работать можно будет с любого телефона. Вы не ослышались, с любого смарт-телефона. Работать можно будет с компьютера. У нас у каждого будет реферальная ссылка. Все, что нам рассказывали, мы будем делать, мы будем это делать, и мы будем делать еще больше. Вы даже себе не представляете, сколько будет работы. Когда будет запущена, например, Россия, это значит, что мы сможем работать, делать всю работу. Пока Россия будет не запущена, все равно будет для нас всех работа. Завтра вы увидите больше информации. Господа, я не знаю, что мне делать. Кричать, плакать, радоваться, смеяться. Я говорю сейчас тихо, потому что я нахожусь в гостинице, и тут многие уже спят. Господа, ура! Даже те, которые не верят. Я вам просто хочу дать совет. Продолжайте следить за информацией. То, что вы увидите, очень скоро поменяет всю вашу жизнь. Люди, которые стоят у руля, я уже видел их не семьи. Я не могу высказать, это богатые люди с большим опытом, которые специально это все делают для того, чтобы поменять жизнь людей во всем мире. Мы идем в Японию. Мы идем в Корею, мы идем в Италию, в Европу, в латинские страны, мы идем на Филиппины, мы идем во все страны СНГ, мы идем везде. Мы завладеем всем миром. Завтра, я не хочу говорить сегодня, потому что я не успел, я забыл разрешение, кто еще будет один из партнеров нашей компании. Я постараюсь узнать, если завтра я смогу это поделиться этой информацией, я вам дам. У нас еще есть один партнер. Когда вы о нем слышите, вы просто обалдеете. Господа, еще раз повторяю. DVE – реальная компания. DVE зарегистрирована в штате Юта, столица сетевого мира. И то, что я сегодня увидел, у меня уже крыша едет. Я, наверное, спать не смогу. Но я пока на этом заканчиваю. Завтра вы получите полный доклад. Получите и увидите. Я все сниму, все сделаю и все выставлю. До свидания. До следующего раза.